путешествие. И как все прекрасное, оно имеет свойство заканчиваться, так и наше путешествие подошло к концу. Сегодня уже 22 июля. Наше путешествие длилось ровно 52 дня. Мы посетили 18 прекрасных стран, купались в 5 морях. Очень много полезной информации, как кто-то живет, как наши мигранты живут в Европе. Так что, дорогие друзья, если у вас есть желание путешествовать и вы не знаете, как это сделать, то пишите в комментариях. Мы будем стараться вам помочь в ваших вопросах. Поздравляю с Днем Независимости. Не знаю, уже залито это видео, не залито. Украина Фереро. Европа красивая, но Украина все-таки роднее нам.